Официально для японского рынка компания Audi презентовала новую модификацию модели A4. На автомобиль будут установлены передние и задние светодиодные фары Audi Matrix LED Light. Их особенность заключается в возможности отображения специальных смайлов эмодзи. В Японии эти смайлы являются неотъемлемой частью электронных переписок. Таким образом, водитель с помощью оптики автомобиля сможет предупреждать других участников дорожного движения о своем настроении. А за $400 автомобиль можно доукомплектовать системой, которая автоматически определяет настроение водителя и проецирует полученную информацию на фары. На форуме, посвященном экологическим видам транспорта, который проходил в княжестве Монако, украинские инженеры презентовали уникальный концепт электрокара под названием «Синхронус». Интерьер и экстерьер автомобиля напоминает средневековую карету, изготовленную в футуристическом стиле. Помимо привычных для электрокара аккумуляторов, концепт оборудован солнечными панелями, благодаря чему запас хода составляет 130-160 км. Салон новинки спокойно вмещает до 6 человек, и по мнению специалистов, Синхронус отлично подойдет на роль городского такси или шаттла. К концу 2016 года американская компания Tesla Motors планирует открыть в Украине две электрозаправки Supercharger. Заправки Tesla Supercharger позволяют очень быстро зарядить свой автомобиль Tesla и являются полностью бесплатными. Так, время полного заряда составляет всего 75 минут. До 80% можно зарядиться за 40 минут, а счастливые обладатели модели S смогут зарядить свое авто до половины за 20 минут. Как правило, электрозаправки Tesla строят вдоль самых популярных трасс. В Украине была выбрана трасса Киев-Львов. Одна заправка будет построена вблизи Житомира, а вторая ближе ко Львову. В ассортименте главного автомагазина страны «База автозвука» появились автомобильные аккумуляторы торговой марки ZEP. Аккумуляторы ZEP производятся концерном ZEP Schneider Battering в Польше с 2002 года. Концерн принадлежит группе ведущих мировых производителей аккумуляторных батарей, использующих технологию Expanded Metal. Гарантия на аккумуляторы ZEP 18 месяцев. Компания Pioneer порадовала своих поклонников новыми моделями автомобильных ресиверов MVH280FD и DEH4820FD. Приставка FD указывает на класс усилителя. В обоих моделях установлен 4-канальный усилитель мощностью 100 Вт на канал. Основное отличие между моделями заключается в наличии CD-привода. Этой опции лишена модель MVH280FD.